1 мая 1942 года. Ранним утром в торжественной обстановке перед строем десантной части старший батальонный комиссар товарищ Голопаст зачитывает первомайский приказ наркома обороны товарища Сталина. Всей Красной Армии добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев. Приказ вождя – приказ Родины. Он вдохновляет Красную Армию, весь наш народ, на борьбу до полной победы над врагом. Советское Заполярье. На далекий север делегаты трудящихся солнечного Дагестана привезли эшелон с первомайскими подарками бойцам и командирам Карельского фронта. Передайте красноармейское наше спасибо трудящимся Дагестана. Полуостров Рыбачий. Здесь, на берегу сурового Баренцева моря, встали на первомайскую сталинскую вахту лучшие из лучших людей фронта. Москва, сердце нашей Родины. В суровой обстановке войны встречает столица первомайский праздник. Бдительно следят за воздухом зенитчики. Небо над Москвой должно быть чистым.
сегодня москвичи спешат на свои предприятия, чтобы стахановским трудом ответить на боевой приказ вождя. В этот день на многотысячных митингах перед началом работы трудящиеся заводов и фабрик столицы заявили: «Сегодня мы демонстрируем у станков, отмечаем 1 мая по-военному. Все мысли, все силы фронту, дадим Красной Армии больше оружия. 1942 год должен стать годом полного разгрома ненавистного врага». Утром 1 мая к своему станку встал молодой стахановец Владимир Тараханов. Шестьсот снарядов должен был он закатать в этот день. 1792 снаряда дал советский патриот Тараханов фронту. В лесу и колпаки снарядов 2,5 нормы выполнила в этот день стахановка Анна Куликова. Так по-стахановски работал весь коллектив Энского завода в этот день. Красной армии нужно больше боеприпасов, самолетов, танков. Производственными победами встретили 1 мая каждая фабрика, каждый завод. Оснащенная могучей современной техникой, родная наша Красная Армия разгромит немецко-фашистских захватчиков.